Гашишное масло и марихуана в пакете. Наркополицейские нашли весомый урожай в одном из гаражей Уссурийска. Полтора килограмма марихуаны. Пакет с наркотиками лежал в салоне машины. Сотрудники наркоконтроля обнаружили авто на одной из улиц Владивостока. Груз принадлежал 20-летнему горожанину. Он хотел продать наркотик и подзаработать. Он стал прям в этом, наступи, он нормально, он жесткий. Да. Приподними диск, все найдешь. Вытаскивай. А эти кадры оперативники сняли в гараже 49-летнего жителя Уссурийска. Для дальнейшего сбыта предназначалось и почти 250 граммов гашишного масла, изъятого в одном из гаражных боксов Уссурийска. Наркотик был расфасован в 7 медицинских шприцев и принадлежал 49-летнему жителю Уссурийска. 20-летний юноша признался правоохранителям на допросе, что намеревался продать травку и выручить солидную сумму денег. Планы сорваны, ему грозит реальный срок лишения свободы. Изъятие этих наркотиков прошло в рамках ежегодной оперативно-профилактической акции «МАК-2015».